Mazda 323, 88 или 89 год, двигатель дизельный. Давайте фильтры посмотрим. Опа! Красота! Да, красота. Новый. Как слить бензин с Kia Cerato? Открываем крышку мотора, откручиваем штуцер на рампе, одеваем сюда шланг и с помощью диагностики врубаем насос в баке. Не хватит канистры. Меняем бензин. Нива, хорошая шаровая. 1100 хватит. Да, на 1100 хватит еще. Пойдет. Ford Mondeo, шум мотора. Слушаем. О, отлично. Без ремня тихо работает. Обгонная муфта генератора не работает. Все, шум пропал. Муфта кондиционера. Гайки тут пошли. Нива Шевроле притянули без гайки на ступице. Отпало колесо. Срезала. Суппорт горел. Наверное, до красна накалялся. Не, ну искры летели. Полностью можно снять. Две дошпейки давай. Для гайки заглушить. Пятерка, 77 год, притянули, машинка сама не приехала, вот под клапанной крышкой есть ржавчина, также была ржавчина на цепке, и вот здесь что у нас делается, вот такое вот бывает. Масло классное, да. Уровень мое будет вот так. Volkswagen Golf 3. Совсем не согнуто. Да, видно. Вот дерево кусок еще осталось. Зигнуло лупу, вот. Совсем не гнилой автомобиль. Хороший, надо брать. АБС? Нет, тормоза. Нормальные тормоза. А спереди вообще шикарно осталось. Пацана так приехала. Приехала с ключиком? Угу. С подарком. Бонусы? Да. Цилиндр вообще можно прокачать. Прокачкой вообще можно. Штуцер? Да, вообще нет.
А с виду ничего так Гольф. Сделали, едет ровно, новые колеса. Бон Джови ездил на этой машине. Пружина задняя.